все-таки кто мы? Мы люди, Дев. И верю, что мы познаваемы. Да, видимо, не сразу. И уж, конечно, не в лабораториях. И не в зонах спецкарантина. Рано вышли в отставку. Надо вернуться в космос. Мы можем принести много пользы, очень много. Я совсем не уверен, что именно теперь, вот, нашему поколению, удастся понять суть воздействия внеземелья на человека. Но я думаю, что наш опыт поможет вот тем, кто идет вслед за нами, поможет приблизиться к истине. Они поймут то, что для нас сейчас тайна.
Thank you.
Я тебе единственное решил я. Упал и подошел к власти. Я знаю, что тебя... Я не знаю, как...